В первенстве Московской области по баскетболу приняли участие команды из Солнечногорска, Фрязино, Подольска, Электростали и Лобни. В полуфинале наши баскетболисты 1991 и 1993 годов рождения встретились со спортсменами из Фрязино. В обеих играх победы и право выхода в финал достались солнечногорцам. В финале наши юноши 1991 года рождения боролись за первое место с командой Подольска и выиграли с большим разрывом. А ребята 1993 года рождения стали серебряными призерами, уступив спортсменам из Лобни. Встреча с Фрязино мы всю игру вели, то вторая игра до половины игры было непонятно, кто выиграл. То есть игра шла очко-очко. С Лобни, да, тяжело было играть. Команда сильная. Приходилось вообще выжиматься до полной, чтобы выиграть у них. Но так как они слишком сильны, но проигрывали. Начали мы неплохо там, прошли финал. В финале уж пришлось постараться. Достойному выступлению солнечногорских юношей на областном первенстве способствовала серьезная предварительная подготовка. Ежедневные тренировки, игры по выходным дням и не только это. Во-первых, был налажен учебно-тренировочный процесс. Хорошая посещаемость была у детей. Обязательно, естественно, ездим на летние сборы, чтобы повысить функциональную подготовку. Сегодня можно с полной уверенностью говорить о становлении в Солнечногорске своей школы баскетбола. И это подтверждают не только результаты прошедших соревнований. Уже некоторые игроки зарекомендовали, приглашены в сборную Московской области для участия в турнирах российского международного уровня. А в эти выходные наши баскетболисты поедут в Коломну, чтобы выступить в абсолютном первенстве Московской области по баскетболу и побороться за звание сильнейшей команды Подмосковья.